И пока наша жюри подпишет все грамоты, я предлагаю вам полюбоваться на выступление нашего хореографического коллектива «Speak Body» под руководством Анны Анатольевны. Для них лишний раз полюбить, потому что они уже когда будут выступать вот, в номинации хореографии «Волшебная Токио», уже будут тоже сами конкурсантами. Итак, я надеюсь, что в зале все поддержат гром аплодисментов наших юных артистов. Они уже пробовали себя в роли выступающих, когда выступали на юбилее нашей школы. Так что к ним можно уже относиться серьезно и требовательно. Это старшая группа, занимается она уже второй год. Action, girlicious!
И начнем мы подводить итог первой номинации. Это исполнительское искусство. Ребята поразили нас своими возможностями, своим уровнем уже мастерства. Поэтому мы хотели бы сказать огромное спасибо и наградить грамотой и подарком Новоселова Михаила, ученика 3-го Б-класса, за исполнение минуэта Моцарта. Иди выше ко мне сюда. Молодец, я тебя поздравляю. Можно я прошу твою руку? Молодец. И подождите, уходи еще в подарок. Пожалуйста, аплодисменты. И также третье место у
допели, не стушевались, молодцы, это много стоит. Спасибо всем за участие. Молодцы все, кто участвовал. Простите, кому я там опять ошиблась, грамотно не забыла быть подарки.